В Швейцарии завершила работу крупнейшая в стране ежегодная выставка разнообразной продукции на основе конопли. Более 250 компаний из разных стран мира представили здесь свои товары – продукты питания, ткани, лекарственные средства и так далее. Лица младше 18 лет на выставку допускались лишь в сопровождении взрослых. Курить косяк теперь не считается чем-то нехорошим, если можно так выразиться. Благодаря каннабидиолу это теперь считается приемлемым. А потребители каннабиса воспринимаются не как наркоманы или люди с проблемами, а скорее как те, кто идет выпить пиво после работы. Между тем, согласно ряду исследований, зачастую именно курение марихуаны становится для многих людей своего рода ступенькой и повышает вероятность перехода на так называемые тяжелые наркотики, которые быстро вызывают привыкание и оказывают разрушительное воздействие на здоровье.